Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Jugmod Apocalypse Survival Simulation. Так, и у нас тут запрос о помощи, пошли поможем, побыстрей. Так, надо помогать, обязательно. Скорее всего, это вот эти попросили, чистилище, сейчас мы им поможем. И за это мы кое-что получим. Кое-что. Кстати, пакет обсидиан. Ну, здесь ребятки-то не серьезные прям обитают. Так. Да, серьезные ребята. Так, тут что у нас? Ну, тут по хламу. Тут у нас свитки. Тут по хламу. Так, тут обсидиан, кстати, обсидиан. Вот, обсидиан нам нужен. Сейчас мы поможем, да, и может быть, скорее себе обсидианчика немножко. И немножко наберем себе обсидианчик. О, это база, смотрите. Ха. Ну да, они, конечно, серьезной толпой. Запрос о помощи. А, так, кровавые поля. Очень благодарны. В смысле кровавые поля? Подождите. А, это были кровавые поля, ясно. Я думал, почему они нам благодарны. За что, как говорится. Да, сейчас мы подзачистим тут слегка местность. Подсобираем себе ресурсиков. Ну, чтобы не идти на базу с пустыми руками, да? Правильно. Ибо нефиг с пустыми руками ходить на базу. Плюс нам карту надо открывать, да? То есть искать еще какие-то поселения там. Не знаю. Вот, плюс по лавовому биому побегать, попытаться обсидиан добыть. Кстати, у нас, я только что заметил, что у Майи ничего нету. Майя, где Майя? У Майи ничего нет, на тебе аптечку хотя бы. Так, это нам не надо, это... О, кстати, вот это вот что-то новенькое попадется. Ну, то есть, чем сложнее биом, тем вот знак вопроса будет более таким, скажем так, дорогим. Да, будет более дорогим. Ну вот в данный момент это 20 гранат! 20 осколочных гранат. Кстати, а сколько они стоят? Сколько стоят гранаты? А, нет, мы не можем. Одна граната стоит 16. Слушайте, 320 монет, нормально. 320 лома. 16 гранат, это, конечно... 20 гранат, это, конечно, реально жесть. По 16 монет каждая. Вот, видите, то есть... Тут может быть абсолютно что угодно. Даже гранаты. О-оу. Да, именно поэтому о-оу. 139 опыта Брэндон получил. А, там были аптечки. Я думаю, из-за чего они на нас так жестко-то, да? А там из-за аптечек. Ну ладно, бывает что. Так, немножко ресов. Так, тут у нас... А, тут у нас только медь. Ну да, еще пару шахт зачистим, посмотрим, что там есть. А, мы зачистим, скорее всего, еще одну нижнюю, две нижних. И вот это, то есть вот эту, три вот этих и на... А, три вот этих, вот эти вот и на базу. Ну, может, в лавовый биом еще заглянем. Посмотрим. Пока что чисто вот опыт. Я хочу посмотреть, сможем ли мы, зачищая всю территорию, абсолютно всю, прокачать кого-то до максимального левела. Вот, то есть, представьте, да, снайпер, например, вот, кто у нас там, Грег, 122 опыта он получает за свои действия. Вот, то он будет максимального левела. Это будет шикарно просто. Ему, если у него есть, мы остальными навыками экипируем редкую броню и редкую механическую броню. Точнее, редкую механическую броню и редкое огнестрельное оружие. Вот, вдруг будет какое-то оружие, которое будет круче снайперки, да? Вот, мы экипируем ему его. Так, тут, кстати, трава какая-то. Ну, у нас опять никто не покоцался. Ну, да. Это у нас травы. Это просто травы. Так, давайте посмотрим обсидиан. Обсидиан.
Вот сюда я хочу сходить. А я их не боюсь, они безобидные. Как котята. Да, жесткие-жесткие котята. Ну, я же говорю, ну, Брэндона так покоцали. О, автомат Томпсона. Так, подождите, а... А где то, что я... Стоп, или я... Стоп, или я... Что-то я не понимаю. Вот сюда бы сходить, но там Легион. Да, там Легион, я на Легиона не попру. Вот эти два места мы зачистим еще и на базу. У нас, кстати, 100% видимость базы. Почему нас до сих пор не атакуют, непонятно. Это немножко непонятно. Враги приближаются. Замечательно. Мы сейчас зачистим эти два места и быстренько на базу. Надеюсь, успеем до приближения врагов. Воу-воу-воу-воу. Брэндон, аккуратней. Аккуратней, Брэндон. Так, кто здесь? Ой, ну, нет, здесь этих-то мы завалим. Плюс неизвестный предмет, да. Один неизвестный предмет. И это... Что же это у нас? О, аркебуза. Так, ладно, ребятки, возвращайтесь на базу. Ну, да, так, 20 гранат, аркебуза, Томпсон. И так, по мелочи, всякий хлам. Так, что у нас здесь? Левел, во-первых. Дебора. Так, скорость строительства... Стоп, подожди, скорость строительства. Ты строитель и исследователь, правильно? И производитель. Строитель, исследователь, производитель. Исследователь. А ты, а где исследование? Скорость ухода за фермой. Ладно, скорость строительства. Так, как только враги будут уже почти рядом, надо будет ту территорию перекрыть. Чтобы там... И вот это вот тоже отменить все. Чтобы там никого не было. Ну и в будущем мы закроем вот здесь. Так, здесь, то есть, останется один вход. Да. Враги уже рядом. Так, значит... отменяем все вот это. Блин, я там, кажись, в базе что-то отменил. Ну, наши пришли, так что бояться нет смысла. О, все, враги уже здесь. Так, смотрим. Имбирь, какой нафиг имбирь? Бери, слушайте, гранатки. Давайте посмотрим, кому мы выдаем гранату. А, Михаилу. Мы сейчас попробуем гранатку в кого-нибудь бросить. Чисто ради прикола. Так, на тебе... А, да даже мы тебе Томпсона дадим. Из брони мы дадим тебе вот это. А из гранаток... Давайте гранату тоже, что ли, дадим. Нет, нет, нет. Ладно, давайте гранату дадим, посмотрим. Как они себя поведут. Да. А тут... А, тут, смотрите, всего... А, стоп, и сверху, и снизу. Давай. Все на демона. Два легиона. Так. Два легиона. Перегруппируемся. Огонь. Легионы мертвы. Так, ну давайте, все, все за работу. Так, активируем шахты, добычу. Быстрее добудем, да, меньше геморроя будет. У нас то, что алмазов еще добыть надо и кровавых рубинов. А мы до этого еще даже не докачались. Нам еще до этого вообще качаться и качаться. Так, нет, маслом мы не будем маслом заниматься. Вот. Либо огнестрел, либо огнестрел. А, подожди, темку мы вкачали. А, два диска надо на огнестрел. Ну, два диска. А дальше что там? Ну, вот винтовка остается, лучевая пушка и кислотная пушка, и все. Да, редкий инструмент. Скорость атаки 2, дальность 6. Ну, такое себе. Лучевая пушка. Теги, а нет, редкое механическое оружие, 58 урона. Да, да, но микросхем пока что нету. Значит, идем в производство и вот это. Так, тихо.
строительство. Кстати, а что в оккультизме мы можем делать? Так, вот это. А, это мы можем перерабатывать во что-то. Переплавлять. То есть первичную материю мы можем во что-то переплавлять. Но у нас нет угля, глины, чтобы создавать первичную материю, правильно? Да, и дерево. То есть, по факту, это реально бесполезная штука. А на карте у нас глины осталось всего 4. А что, дома показываются, что ли? А, понятно. Я пока еще ни одну из них не вижу. Вот одна, вот вторая, вот третья, вот четвертая. Все, больше нету. То есть я смотрю, глина спавнится только в зеленых биомах. Но у нас еще вот кусок зеленого биома вот здесь. И может быть и вот здесь еще, и вот тут. Может тут посмотреть. Но пока нет. То есть сами понимаете, что... А, все печально. Так, гранаты мы продадим. На тебе аптечку. И где еще? Кому-то еще мы давали гранату. А, тебе. Ну, а ты будешь вон с амулетом гонять. А, так, что у нас по строительству? А, кирпичи нужны и композиты. Начинаем. Призываю. А, нам как раз нужны кирпичи и композиты. А, скорость исследований, скорость оккульт исследований. Давай. Что у нас с бандой? А, банда у нас жестко покоцанная. Надо их подлечить. 19 лекарств. Ускоряемся. Сейчас все вылечатся. Опа, дурной знак. 540, да без проблем. А, дурной знак пройден. 28 демонита. Ну, чтобы нас меньше было заметности и проблем меньше. Так, сейчас гром жахнет. Если Брита не успеет добить. Кстати, а мы по оружию, что у нас там? 29-25, аркебуза. Переходим с пистолетов на автоматы. Ну, у Глока 25 урона, но тут и дальность больше, да? Вот, потихоньку переходим на автоматы. Это меньше еды, это... Карта, шанс, события, стоп, да, это типа на нас меньше нападать будут. Ну, мне, кстати, не надо, чтобы на нас меньше нападали. Я, наоборот, двумя руками за, пусть нападают. Нам от этого не хуже, а лучше даже. Слушайте, а в этот раз он прям реально, смотрите, он дофигищу дерево призвал. Да ё-моё. Давай еще разок. Дерева много не бывает. А где Британи? А, вот Британи. Британи скоро себе 8-й апнет. У нее в приоритетах оккультизм и исследования оккульта и исследования обычные. То есть, когда она себе... Опа, когда она себе апнет уровень. Том. Скорость строительства, защитные постройки. О, ты нам тоже можешь делать защитные постройки? Слушайте... Ну, Тома, да, у него такое себе, если честно. У Тома такое себе. Темный урон, скорость ухода за фермой, инструмент урон плюс 10. Святое оружие, скорость ритуалов плюс 20. Подожди, а Том, у тебя ритуалы случаем не идут вообще? У него есть ритуалы, ну, блин, у него уход за фермой и строительство... Ладно, давайте пока скорость строительства. Дальше шанс возврата ресурсов при демонтаже постройки. Нет, может экипировать редкий инструмент. Вот что мы ему дадим. Есть же редкое оружие с редкими инструментами. Будем стараться экипировать ребятам редкие инструменты. Так, Келли. А Келли, что у нас делает? Келли у нас оккультизм, стройка, это исследование, да? Исследование плюс 30, мадам. У Келли исследование плюс 30. Это хорошо. Так, стоп.
А почему у тебя... А, заметность базы минус 20. Да, вот, смотрите, еще скрытность, еще минус 20 заметность базы. У нас 4... О, смотрите, по 5 пакетов, по 4 пакета производится. О, еще одна. Еще одна добыча. Жалко, что это только дерево, а ничего другого. То есть, никаких там мне... Никаких-то там камней или еще чего-нибудь. Ну ладно, дерево нам тут добудут, ребята. Париться по этому поводу не надо. Скорость исследований... О, еще улучшение. Еще левел. Стася, Стася, чего ты у нас делаешь? Ну, такое себе. Ну, давай посмотрим, что мы тебе... Скорость производства, да? Скорость строительства. Механическое оружие. Скорость копания. Скорость исследований. Скорость производства. У нас все шикарно. Еды у нас хватает, да? То есть с едой проблем вообще... О, тихо, что это сейчас было? Я не видел даже. Так, что у нас по еде? Где еда-то вообще? Это вода, еда, 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 еда. Вот еда. 3000-3150. Что-то сейчас было. А, кто-то либо устал. А, да, кто-то жрать хочет. Ну, только иди ешь. Стоп. Кто тебе мешает-то? О, запрос о помощи. Да, поможем, мы будем всем помогать. Потому что мы добрые ребята, и я с радостью готов всем помочь. Смотрите, а тут желтые, да, они показываются, а красные не показываются. Могильник. Перезарядка торговца 0. Так, могильник не показывается. Да, ну всю территорию, конечно, много надо. Так. Давай вот так. Плюс создаем один отряд из Джимми. Хм. Альфа. Идем к этому торгашу. Нам надо торгашей. Да, у нас 2700 лома, и плюс у нас еще куча всякого хлама. Такие вон как... С пистолеты, вот это вот все. Этого мы сейчас расформируем, его отряд. О, они с точностью... Так, ты идешь на базу. Так, а ты... О, торговец приближается. Так, тихо. Так, торгаш прибыл, да? Торгашек. Так, держи. Держи. Дальше, держи. 20 гранат. Я сказал 20 гранат. Это что? Лазерная винтовка. Смотрите, теги. Нету ничего вообще. Кольцо. Здоровье плюс 25. Анатомия. Ящик с боеприпасами. Автоматическое оружие. Скорость атаки плюс 12. Не, спасибо, спасибо. Кварц не нужен. Кислота не нужна. Алюминий мы добывать сейчас начнем. Так, мы... Нет, свитки нам тоже не нужны. Ну, я не хочу 3200 тратить. Давайте тогда просто что-то не будем продавать и все. А, у тебя 7 монет осталось, да? 7 монет, да? Ну все, в ноль тогда. Все, торгаш в ноль. Так. Давай, нам как раз ресурсы нужны сейчас. О, ящик. Да, откроем. Ух ты, 600 пакетов. Круто, круто. Да, плюс нам надо зеленку пройти, посмотреть, что здесь на зеленке есть. Да, в любом случае. Это нам все нужно. Также нам нужно пару... Лома много. Много, очень много лома. Поэтому, да, поэтому добываем здесь. Строим на базе. У нас на базе 5000 должно быть, по факту. Вот еще 56. Ну да, здесь в зеленом биоме как бы мы не найдем себе ничего прям такого круто-круто ценного, да? То есть здесь стрелы, смола, ну и все такое по фигне. То есть здесь нет чего-то очень-очень крутого. Здесь есть такие какие-то, ну, еда, там, консервы, там, такое, по хламу.
Но, в принципе, нам этого вполне хватит. Вот кирпичи есть, их крафтить не надо. Хотя бы, да? Ну, вот тут еще заводики открываются. Нам нужна глина, древесина, да. Нам нужно много всего. Мы сейчас поразведываем карту немного, да, вот в эту сторону. Посмотрим, что здесь, помимо крутых демонов, да. Может быть, где-то здесь есть глина, либо древесина, либо... А, ну камень нам не нужен, нам нужна глина. Так что будем... О, 49 воды даже. Круто. Сделаем упор на глину. Так, еще 10 бутылок воды и 4 глины. Печально. Печально, что всего 4. Да, также нам нужно добыть себе еще 2 диска для более крутых снайперских винтовок. Да, и еще нам надо добыть себе... Я не помню, что. Так, это слабенькие демоны. Вроде... Ну да, пару дисков еще надо добыть. И вроде как все. О, еда есть. Класс. Так, давайте поставим на все. Так, о, смотрите-ка. А вот и минералы. Так, пауза. Сохраняемся. Да. И пойдем за минералами. Да, вам, нам нужны были минералы. Мы получим минералы. Ё-моё. 4 цербера. Смотрите, как легко. Наши даже не покоцались. О, паяльная лампа. 1280. Дальность 1. Слушайте, урон 44. Смотрите, 1280. Стоимость. Фига себе. Так, что у нас тут? Нитроцеллюлоза, кремний. А почему? А почему кремний в виде крема? Хлопок, алоэ вера. Не, спасибо. Ё-моё. Фосфор, кровавые рубины. Слушайте, тут интересненько. Так, нет, алюминий. Это кислота какая-то, да? Это кислота, все правильно. Нам нужно вот это, кварц. Давайте, дубль 2. Как говорится, риск оправдывает жертв. Дом! Мы нашли новую базу. Супер. Если мы сейчас не сдохнем, будет замечательно. Минус 2, почти. Но 7 кварца. Да, и еще немножко алюминия. Пошли, кто это? Это у нас небеса. Отправляемся на небеса. Так, все, ну знакомство, да, пускать не хотят. Так, что, кстати, торговля, давай. Вы предложили небесам торговый обмен. Так, о, еда, еда, еда. У костра, незнакомцы у костра. Утром путник покинет ваш... А, погодите, у нас зеленые с небесами. Фига себе. Это за то, что мы путнику... О, торговец приближается. Это то, что мы путнику помогли, что ли? Так, торгаш приближается. Ну, давай посмотрим, торгаш, что, на что ты способен. Знаете, 10 гранат, сразу 160 в минус. Щит не нужен. Этих у нас 5 штук, мы даже одну тебе продадим. Так, минералов 65, вот этих 5 штук держи. Так, пистолет не нужен. Сброс навыков тоже не нужен. Рука славы. Бедный слава. Точность минус 50, скорость атаки минус 50. Дальность 7, цель враги. А, понятно. Так, 100 очков это мы возьмем. Крем нам не нужен. Вот это, нет, это я покупать не хочу. Титан я тоже брать не хочу. Я бы взял лазерную винтовку, но денег слишком много требует за нее. Давайте продолжим осматриваться. Да, кстати, отряд. Подобное. Так. А вот и нет отряда. Был отряд и нет отряда. Так, а тут что у нас? О, тут у нас по хламу, кстати. Давайте заберем это все. Ну, чтобы нам потом сюда второй раз не идти. Хотя я понимаю, что все равно придется, да, потому что здесь куча демонов, которых бы надо бы забрать. Но здесь вон системные эти компы, которые, само собой, надо бы... позабирать, потому что там крутые шмотки валяются. Так, я у края карты. Ну и тут, конечно же, ни черта. О, пустыня еще одна. Так, еще одна пустыня.
Так, забираем вот это. Ну, сейчас меди наберем, алюминия... Нет, меди, пороха наберем. Да, вон, лекарств наберем, всякого другого хлама. Ну и плюс левел, да. Грегу надо... какой там у тебя Грег? У тебя 10-й сейчас апнет. Грег себе апнет 10-й, это шикарно. Но нам нужна глина. Да, вот сейчас мы исследование глины прокачаем. Поэтому нам сейчас нужна жесткая как глина. А, тут все, тут три локата, три места осталось. Мы их зачищаем и все. По факту. И больше нам делать тут нечего. Да, надо, кстати... О, три пакета. Слушайте, супер. Надо аркебузу поменять на какую-нибудь крутую винтовку. Жалко, не снайперскую, конечно. Хотя, если Бона оденет снайперку, она будет просто шикарна. Кстати, а, Бона, подожди, а что у тебя 35? Что у тебя по навыкам? Редкий огнестрел. А, темная броня, броня, броня. А, редкая оккультная, редкая броня. Редкая механика, механика, механика. Блин. А, значит, у нее нету снайперки. Ну ладно. Так, что тут у нас? Ой-ой-ой-ой, тут у нас жесть. О, новый материал, кстати. А, кристалл вечной мерзлоты. Офигеть. Все, мы у края карты. И еще один дом. Это у нас бастион Баэля. Пошли. Знакомство. Сразу зеленый. Вербовка. Сразу красный. Жесть. Ладно, пошлите отсюда на базу. Ну, раз исследовая по дороге. Торгаш пришел. Стоп, торгаш, сохранится. Блин, да, я просто боюсь, наши нападут сейчас кто-нибудь на нас, и мы сдохнем. Так, еще один торгаш. Что у тебя есть? Огнемет. Дальность 3. Урон 36. Спасибо, не надо. А, механическая пластика. О, микросхемка. 8000. У нас 8000 нету. Да. 3 эмки. На, 3 эмки тебе. Хотя бы какие-то бабки вернем. Так, а у нас ведь мы что-то строили, чтобы бабки были. Нет, стоп, эмки мы продавать не будем. Мы же что-то строили, чтобы у нас были бабки. А, трансмутатор тоже я не хочу. Да, вот этих давайте продадим. До 150 оставим. Вот, все. Ну, по факту, да. 8000 у нас все равно нету. Да, так что... толку маловато. Что тут еще продавать? Ну, вот эту снайперку можем продать. У нас, по идее, должно готовиться что-то для продажи. У нас, кстати, для продажи ни черта не готовится. Доски, шкуры. Вот. Давай. Давай. Ё-моё, какая-то карта шикарная, а? Стоп, подождите, на базу вернемся сейчас. Строительство. А, 3 эмки есть. 2 кевлара. Создайте мне кевларовых бронежилета. Так, что у нас тут есть еще на карте интересного? Ни черта. Пошли. Еще одного человечка забираем. Все, поселение стало красным. Но ненависть к нам. И можем просто его по факту зачистить, да? Чтобы запросов от помощи у него к нам не было, да? Можем зачистить его. Что-то я решил тут пробежаться, посмотреть. Вдруг что интересное сейчас найду. Новых биомов я вряд ли найду, да? Так, что у нас здесь? Опа, досочки. Досочки нужны. Досочки очень нужны. Досочки очень нужны. Также мы сейчас будем стараться какую-то броню крутую им, ребятам, одеть, чтобы они, ну, да, механическую, магическую броню. Все, ребятки, давайте-ка, валите-ка вы домой. Вы тут набрали мне всего много. 58 минералов. Так. Так, стоп, а что вы по глине мне набрали что-нибудь вообще? Хоть одну.
Глины нету, ни одной. Ё-моё. Так, стоп. Чем мы пропустили? Ни одной глины. То есть надо идти вот в зеленые биомы, да? То есть вот еще тут есть, возможно, что-то найти, да? И только вот здесь. Хлеб и глина. Ё-моё, а? А, стоп, у нас же... У нас же строительство. Кирпича не хватает. О, помощь. 300 пакетов, ты ж... Небеса. Стоп, отмена, обойдетесь. Я небесам помогать не буду. Ну, потому что мы у них забрали человека. Они и так злые. Еще один глеб... А, это глеб. Так, на тебе М-ку. На тебе М-ку. Нет, такие доспехи вы не получите. Вы максимум вот это можете получить. Кстати, на что вы вообще способны? Что у вас по приоритетам? Так, у Глеба. Смотрите, какой бесполезный парень. А, шахтерство и производство. Реально бесполезный. И рубка леса на первую очередь. Так, а следующий... Приоритеты. У тебя что в приоритетах? Производство. О, исследование, смотрите, да. Молодец. Ну и дерево на первую очередь поставим, чтобы они нам просто добывали дерево, когда оно будет. Например, хотел сказать сейчас. Так, нам надо еще, кстати, а лучше кого-нибудь из них. У них есть у кого-нибудь двоих приоритет к фермерству? Так, а у тебя? Есть, да, все. Приоритеты к фермерству. Потому что у нас фермеров мало, а еды много. Да, надо еще, кстати, построить еды. О, кстати, сад. Можем... Стычка. Серьезно? Ну ладно. Так, карта. Можем сад построить. Так, полив фермы, минус 50, скорость роста плюс 50. Давайте потратим 10 дерева. Так, и нам надо построить сад. Три штуки построим, больше не будем, потому что... А нафига? Да, нафига нам больше? Нам вообще броня нужна. Стоп, а почему? У нас что, в производстве нету киллара? У нас ткани типа не хватает, пишут. Так, стоп, ну давайте создадим ткани. Ткань, все, вот ткань вам. Все, все есть, что вам еще-то надо? Вот это вот не производит никто, блин. Требуется помощь. Какая нахрен помощь, братан, ты о чем? Нет, мы не пойдем. Зачем? У нас народу вообще просто тьма. Люди просто умирают кучами. Так, Лаура, что мы тебе там в приоритет поставим? У тебя, значит, шахтерство, производство, да? Шахтер-производитель, да? Так, нет, нет. Заметность базы еще минус 20. Вы прикиньте, у нее нет ничего интересного. У нее механический навык. Автоматическая. Ладно, ближняя. Механическая, так механическая. Брэндон. Бренди. Снайперские винтовки. Брэндон. Да, точно. Снайперская винтовка. Еще одна. Грег прокачался. Здоровье. Так, редкая святая броня. Редкая святая броня. Подожди, а почему мы тебе святую броню вкачиваем? Непонятно. Так, что еще? Пистолеты нет, механическое оружие вряд ли. Винтовка вряд ли. А ближний бой тем более вряд ли. Автоматическое нет. Ну если вкачивать, вот редкое оккультное оружие нет. Редкое огнестрельное может быть. Редкое механическое. Вот, редкая механическая броня. Вот. Механическое оружие и редкую механическую броню можно дать. Ну, пока здоровье плюс 10% будет. Еще кто-то левел. А, еще Грег левел получил. То есть на 10-м левеле вы... 10-й это максимальный. Редкая святая броня. Да, в этой игре 10-й левел это максимум. Да? Да, 10-й левел это максимум. Я-то думал, реально мы сейчас, смотрите. Сколько это получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, да? Вот, 32, то есть всего 12, еще 20 очков мы не прокачали.
Я думал, реально 32 уровень будет последним. Меня это вот прям разочаровало сейчас сильно. У нее эффективность 76 из 170. Из 117, блин. Это ладно, это все фигня. Но я просто реально думал, что... Блин, ну 10 уровень, ну это печаль. Печаль, реально печаль. А, дождик, молодцы. Ну, еды, давайте еды что ли сделаем. Хотя... Нам надо вот это сделать. Нет, сады, фермерство, это все... Овощная ферма. Да, без принципе, нафиг не нужна. Нам вот это нужно. Нам композиты нужны и кирпичи. У нас по производству кирпичей что? Глины нету. Блеск? Что могу сказать? Блеск, да? Так, значит, тогда мы сейчас всех лечим на базу. Быстро всех лечим. Выходим на карту. Ждем, пока наши вылечатся. Ну... И резко бежим за глиной. Ну а что делать? У нас нет глины, чтобы начать добывать глину. То есть, как бы... В любом случае, глина нужна. Замкнутый круг. Чтобы добыть глину, нужна глина. Так, что у нас по еде, кстати? Что? А, мы можем продать. Смотрите-ка. Ух ты, у нас есть редкая механическая броня. Вот эта бронька есть. Еще кевлары. Две штуки. Давайте-ка зайдем на базу. Выдадим их нашим ребяткам. Нет, вот это. Так. Ну и вот этим, не знаю. Потихоньку будете, ребята, переходить тогда на более крутую броню. Потихоньку, да. Кевлары мы потом продадим. Ну, потому что пока что потихоньку именно. Потому что у нас нет столько всего крутого. Ха, смотрите, можем паяльную лампу едать. Будет пытать демонов. Так, ну идти нам, конечно, тут пару часов, мне кажется. Ну вот сюда еще заглянуть надо. То есть, если вот здесь пройдем. Блин, а где еще... А, вот еще глина есть, слава богу. Но место вот показано, что всего 4. Это раз, два, три. А где четвертое? А где четвертое место? Реально, а где четвертое? Стоп, что-то я не понимаю, где четвертое место? Раз, два, три. А где четвертое? А, вон четвертое. Кстати. А, нет, оно не ближе от нашей базы. Ладно, заберем вот это, заберем вот эти два. И потихоньку пойдем тогда вправо. Посмотрим там, в зеленом биоме, есть ли еще глина. Это значит, это реально будет печально, если у нас сейчас все остановится из-за того, что у нас тупо нет глины. Это реально будет очень печально. Ну реально, потому что, смотрите, если тупо сейчас все встанет из-за того, что нет глины, это жесть вообще. Ну это бред. Это реальный бред. Так, еще 11? Да какой 11? Блин, давайте больше. Блин, жесть. Реально жесть. Но будем надеяться, что есть еще зеленые биомы. Вот и все. Я буду надеяться тупо на это. Так, вот сюда давай. Так, а пока он сюда бежит, мы сейчас займемся исследованиями. Так. Алмазная шахта. Да. Нет, автомат нет. Технологическая мастерская. Что в ней производить можно будет? Производит продукты технических устройств. А, микросхемы и все такое, да, типа? О, кстати, дальше идет рубиновая шахта. Кто-то апнулся. Барт. Барт, у тебя еда и исследование. Слушай, Барт. Нет, 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 тотем, нет. Скорость ухода за фермой плюс 20. Так, стоп, а чем мы еще можем исследовать в оккульте? Разведка. О, да это фиг с ним, с разведкой. Так, давайте скорость поставим поменьше. Так, в оккульте мы пока... А, вот, здоровье плюс 5. Все, понеслась. Дальше проща... Нет, проща нет, это не надо. Яд демона, может быть. А о ритуалах что?
А, давайте вкачивать все подряд в ритуалах. Это же ритуалы пригодятся. Да, надеемся на лучшее. Реально, я надеюсь... Нападение на нас. Стычка. Нифига себе. Посмотрите, они нам наносят очень мало урона из-за того, что мы хорошо прокачаны. Ну, то, что Грег 10 левела максимального, это я реально разочарован. Я рассчитывал на больший уровень. Как минимум, да, реально, 32-й, там, 20-й хотя бы. О, тихо, что было сейчас? Сейчас что-то было. Я пропустил это что-то. Ага, здесь, значит, глины вообще нету. Блеск, просто блеск. Враги приближаются. А-а-а, враги. Ну ладно, фиг с ними. Стоп, какой фиг с ними-то? О, я, а, все, я понял. Ладно, когда враги уже здесь будут, мы тогда все и отменим. А сейчас пока пособираем ресурсы. Реально глина нужна. А, ну что мы собирать ресурсы? Нам надо на базу валить, глину отдавать. Так, стоп. Дерево, дерево, дерево. Блин, никогда так не радовался дереву. Так, то есть по факту осталась одна, да? Ну и все. Что нам, блин, делать теперь? За последним куском глины идти. Да, и надеяться, что все прокатит. И надеяться на то, что все прокатит. О, кстати, кирпичи, блин, стойте. Мы же сейчас кирпичей наищем. Их 48 штук. Нам же нужны кирпичи и композиты, правильно? Правильно. Ну вот, три кирпича есть. Давайте. Три кирпича. Запрос о помощи. А, это был запрос о помощи. Так, стоп. Я не хочу, чтобы кто-то из лагеря выходил. Нам это пока не надо. А сейчас мы отобьемся от демонов. Враги уже здесь. Ладно, пусть подходит. Я их не боюсь. Без проблем. Я бы, конечно, оставил пару снайперов, да? Чисто так. Так, сейчас они нападут на нас. Да. Я даже не успел. Так, что у нас тут? По оружию. По броне. По амулетам. О, точность уклонения. Точно, давайте. Готово. Так, бесполезные. Суккубы легионов сколько? Слушайте, мы сейчас сольем, мне кажется. Базу мы сейчас можем слить спокойно. Здесь нет ни одного падшего ангела. Это плюс, но здесь вагон легионов. И это минус. Стоп, у нас еще двое почему-то не подходят, блин. Так, тихо. У нас гранаты есть у кого-то. Да. Так. А, осталось... Ё-моё, сколько легионов осталось? Валим, валим, валим. Надеемся на лучшее. Тихо. У нас же есть гранаты, да. Так, смотрим. У кого еще гранаты есть? Мы сейчас устроим им заварушку. Ха-ха,
Сейчас мы. Охренеть, просто. Просто охренеть. Такую просто армию вынесли. И это у нас еще нет защитных вышек, да? Ну, благо, да, благо гранаты. Гранаты меня прям спасли. Зачищаем вот эти две локации и пули на базу. Да, пули на базу. Сейчас мы там прокачаемся, сейчас мы там накидаем себе ресурсов, там всего вагон. Построим шахту и все такое. Так, давай, последнее. А что тут еще, кстати, есть? А, я не посмотрю теперь. Ну да, Грег теперь у нас не качается. Но, как говорится, это еще не предел. Это еще не предел. Ну, в плане того, что у него пока не самая крутая снайперка. А, нет, стоп, или самая крутая. Я не помню, самая крутая или нет. Сейчас мы по исследованию посмотрим. Да, у него самая крутая снайперка, управляемая. Ну ладно, ладно. Самая крутая, так самая крутая. Так, что у нас тут? Меч я точно не буду производить. Не, меч я реально не буду производить. Нам вот это надо. Технологическая мастерская, чтобы мы микросхемы могли клепать. Масло. О, стычка. Стычка. Хе-хе-хе-хе. Стычка. Классная стычка. Классная просто стычка была. Так, вот это нам масло производства. Дальше огурчики. Потребление пищи минус 10. Поликулярная ферма. Ракетница не нужна. Ферма алоэ. Что это? Красный дьявол? Так, кстати, а красный дьявол это что? Красный дьявол. 130 здоровья, уклонение. Бред собачий. Это не броня, а так себя. О, Британи. Британи, а кстати, а ты у нас чем любишь заниматься? Британи любит оккультизмом заниматься. Скорость оккульт исследований. Спасибо, нет. Редкая темная броня. Редкое огнестрельное оружие. Редкая темная броня. У тебя 8 левел, тебе еще 2 левела. То есть, вот, скорость исследований 2 раза прокачали. А, нет, стоп. На последнем дадут 3 очка. Редкая темная броня мы уже прокачали, да? То есть здесь мы тебе либо скорость работы увеличим, редкая святая, либо, не знаю. Так, мы по исследованиям еще не посмотрели, что у нас тут. Алоэ, кислота, еще два диска. Вычислительный компьютер. Наши пришли, походу, да. А используют вычислительные средства, ускоряя исследования. Серьезно? Серьезно? Шикарно. Так, ладно, все пришли, все молодцы. Так, я еще хочу лапки создать, вот эти вот. Мистическая лоза нужна. Потому что они ускоряют нам, ну, они дают нам точность и уклонение. В принципе, для нашей армии это надо. Редкая механическая броня. Давайте посмотрим сейчас, секундочку. Убьем на это, посмотрим, кому можно редкую механическую дать. Я потому что не помню, прокачивал я, нет. Да, то есть, так как у нас народу просто тьмище, вспомнить такую мелочь очень трудно. Так, походу ни у кого нету. Потому что, ну, вот 7-й левел может быть. Нет, 7-й нет. А, это что у него? А это... А, это просто броня. Я думаю, это... А, вот! Стиви! Ха-ха-ха! Урон плюс 10. Держи, братан. Редкая механическая броня. Не зря покупали. Да, не зря покупали. Ладно, ребят, давайте тогда пока на этом мы закончим. Да? А, кстати. Стоп. Я забыл. Я забыл активировать все. Да, пока что мы на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Мы, наверное, в следующей серии как раз-таки... О, торговец. Секунду. Мы в следующей серии создадим кристалл. Да? Вот он. Мистическая лоза. Да вы шутите. О, ладно. Подобываем лозы. Так, что у него у торгаша? Сейчас посмотрим. 50-й калибр есть. Урон 76. Покупаем, потому что вот это... стоп, подожди, а надо какой-то снайперские винтовки и все. Навык требуется, да?
А кто у нас со снайперкой бегает? Еще одна девчушка есть. Вот она. У тебя ведь не 50-й калибр, да? Так. То есть мы смело можем продавать две снайперки. Автоген. 5 броников. Я вижу, что у него уже бабок нету столько. А, 2 глока. И все. И покупать у него 50-й калибр один. Да, видите? А, поцелуй демона. Нет, спасибо, фигня полная. Композиты я покупать не буду. 100 очков исследования можно. О, лоза, да, детка. Мы сейчас что-нибудь продадим ему. Мы сейчас что-нибудь... А, книжки нам не нужны. Да, точно, книжки нам не нужны. И нам не нужны стрелы. Хлеб не производится, потому что пшеницы нет. Так, и нам еще не нужно... Да масло нам, я думаю... Вот так вот, хватит. Вот этого нам столько вообще не надо, демонита, да? Мы сейчас у него все деньги выманим просто и все. Все, ушли в ноль. Держите, 50-й калибр. Да, ладно, на этом мы тогда закончим. Лоза у нас есть. Мы в следующей серии уже начнем ритуал освещения. И пойдем зачистим вот это вот место с демонами. Где оно у нас тут? Так, это у нас что стоит сейчас в поиске? Так, не знаю. Вот это место зачистим. Адские врата. Да. Ладно, на этом мы пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.